В течение часа на горячую телефонную линию правительства поступило порядка 10 звонков из разных районов области. Многих жителей Заураля волновала проблема налога на недвижимое имущество, дома, квартиры, гаражи и так далее. Как будут его исчислять в регионе? По инвентаризационной или кадастровой стоимости? Также был ряд вопросов, касавшихся строительства и ремонта социальных объектов в районах области. Одна жительница Кургана озвучила волнующий вопрос о социальных выплатах малообеспеченным семьям, пенсионерам в условиях дефицита бюджета на следующий год. Социальные выплаты сохранятся или нет, вот скажем, вот на детей, пенсионерам, малообеспеченным вообще? Вот ничего из социальных выплат мы не отменяли. То есть все сохраняется, как и в этом году. Да, конечно, конечно. Нуждается в этом, да? Да, да. Спасибо обязательно. Большое. Даже в первую очередь она будет осуществляться. Подводя итоги, Руслан Пустозеров подчеркнул, что все запланированные задачи на будущее будут выполняться в полном объеме. А мы напоминаем, что работа горячей телефонной линии правительства Курганской области будет продолжена 10 декабря. Звонки примет исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Лариса Кокорина. С 16 до 17 часов по телефону 42 91 91 она ответит на интересующие вопросы зауральцев по организации амбулаторной и поликлинической помощи, а также ответит на вопросы по противодействию коррупции в системе здравоохранения. Александр Мироненко, Александр Менчиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курган.ру.